Эту предвыборную кампанию Александр Сидоров назвал одной из самых грязных в истории России. Довольно много однофамильцев известных депутатов выдвинули свою кандидатуру. Плюс активно распространяются слухи об отмене северных. Председатель окружной думы Борис Хохряков заверил, что команда «Югры» выступает не только за сохранение региональных льгот и надбавок, но и за их увеличение. Должны быть льготный проезд раз в два года, это досрочный выход на пенсию, это дополнительный отпуск для северян.